В Айхале проведут реконструкцию 10-метрового монумента. Обелиск был установлен в поселке 45 лет назад в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Сейчас обелиск относится к памятникам истории и культуры Якутии. Реконструировать монумент попросили айхальцы. Проект поддержали депутаты. Монумент благоустроят благодаря программе поддержки местных инициатив. На работы выделено около 2 миллионов рублей. Поддержали в этом году и инициативу айхальских предпринимателей. В поселке напротив торговых рядов по улице Спортивной установят опоры освещения. Темные участки вдоль пешеходной дорожки сделают светлее. На реализацию этой идеи выделено более 500 тысяч рублей. Кроме того, айхальцы активно принимают участие в конкурсе «Активный гражданин», который ежегодно проводится администрацией муниципального образования Мирнинский район. И благодаря идеям инициативных граждан в поселке уже установлены детская площадка, арт-объект «Стена Победы», арт-объект «Свадебная карета», площадка для выгула собак.